19 копеек в конце июня 1969 года они привезли вас из разных районов нашей республики. Они привезли священную землю погибших и невозродившихся деревень. Ну, перед сгоранием все деревни вот так поднимать братские могилы и куда-то уводить не было смысла, так они никто не собирался. Потому что на месте каждой погибшей деревни сегодня пусть небольшой мемориальный комплекс или какой-то памятный знак все равно стоит. А вот город земли с братской могилы взяли. Символизирует язычок пламени. То есть это вот оформление такое, оно подчеркивает общность судеб, постигших эти деревни. Что все деревни сожжены были вместе. Название деревни, вы видите, написано большими буквами, так же, как и название района, чуть меньше буквы, написано на белорусском. Все деревни расположены строгими ровными рядами, оформлены одинаково, что все подчеркивает общность судеб, постигших вот эти деревни. Ну и если говорить о понедельник, сказать, повторить вам про жизнь картины буквально каждый. А посмотрите, сколько их, ведь они по районам расположены. И видите, вот здесь первый ряд, второй ряд, мы читаем Верхнедвинский район. Обернитесь назад, там тоже Верхнедвинский, чуть дальше еще Верхнедвинский район. Оттуда вы проезжали.